сокращает дистанцию Шахбудин. Боксером. Резкий джеб в исполнении. Шахбудина мы увидели. Руслан Файфер, он же принимал участие в Всемирной боксерской суперсерии, как раз дрался против Эндрю Табити в Екатеринбурге. Проиграл. Дело было в 2018 году, да, проиграл на властным решением судей. Это было его первое поражение в карьере. И, в общем-то, такой взлет был для него тогда. Конечно. Это был второй сезон в БСС, когда тоже в первом тяжелом весе. Собирались те, кто не участвовал, ну, практически, да, те, кто не смог участвовать в первом сезоне. Хорошо, доносит сейчас удар справа Файфер. Ну, а сегодня они уже в тяжелом, супер тяжелом весе. Взрослеют, тяжелеют. Шахбудин отступает назад. Он тянет скорее на себя. И выцеливает Шахбудин под удар справа. Да, вот сейчас как раз выбросил его вдогонку, но уже голова Файфера была далеко. Сейчас Руслан неплохо встретил, отходя назад. Вот вы видите, да, разницу в действиях соперников, то есть боксеров. Чуть-чуть прямолинейно. Шахбудин ринулся сейчас на соперника. Ну, тогда... вообще прямолинейно. Руслан предпочитает больше двигаться на ногах. Работает более комбинационно. Секунд до завершения первого раунда. Но если и была разведка, то получилось довольно активной. Ну, какая разведка, когда второй раунд проводится? Второй раунд. Также еще напомним, что Шахбудин Алиев, он принимал участие в январе 2021 года в турнире «Кубок матч-боец». И как раз входил он в команду Султана Ибрагимова. Команда Султана Ибрагимова заняла второе место на турнире. А Шахбудин тогда встречался с Георгием Юнавидовым и с Дамилом Шарафутдиновым в рамках турнира. С ними боксировал. Опасный боковой у Шахбудина. И на джебе старается держать его Руслан Файфер. Это, в общем-то, и предполагалось. И даже сам Шахбудин вы видели, да, вот в том ролике, в одном из эпизодов, когда был представлен он публике и вам, уважаемые телезрители, он сказал, что Руслан обладает хорошим джебом, постоянно им пользуется. Нет, не держать, не держать. Брейк!
назад! Стоп! Стоп! Затылку нельзя бить. Да, здесь нарушение правил. Шагу назад. Бокс. И тем более после команды стоп. Пытался выбрать сейчас два силовых. Алиев, но ни один из них до цели не дошел. Так неплохо сейчас. Короткая комбинация в исполнении Руслана Файфера. Переложи. Хорошо, да, вот, вот так работает. Видишь, ты даешь это делать. Надо опять здесь все встанет. Проколи, деревья. Проколи, деревья. Навстречу хорошую дань не встанет. Продолжает поддавливать Шагабудин. Но ну, вот посмотрите, он идет, наступает, да, как бы раскачивает корпус, но при этом просто идет. Бакс! Да, то есть, и начинает бить, когда уже совсем близко подошел, и когда соперник к этому готов. Особо долго-то ему действительно вот так вот готовить свои атаки, Руслан старается не давать возможности. Ну да, Руслан старается его опережать вот в этом давлении. Заканчивается раунд. Внимательнее, по затылку не бить. Клинчи. Стоп! 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 Давишь и душишь. Нельзя делать. Тайм. Третий раунд. Бакс. Третий раунд. Смотрим далее за этим противостоянием. Зал решил поддержать Файфера. Руслан. Скандируют болельщики. Ну, большая пауза. Тянет на себя Алиев. Но Руслан внимателен, он прекрасно понимает, что хочет сделать соперник, и не видится. Добавляет работу джебом, сейчас активно Шагабудин. Но мало очень действий результативных, пока мы видим в этом раунде. Не успевает, не достает просто своими ударами Шагабудин соперника. Да нет, но он тянет на себя Руслана. Ну, я имею в виду, когда сам, когда переключается в режим атаки. Не особенно не тянется. Это да. Ну, это как раз Алип Дуриев и говорит, подсказывает своему подопечному, что дернул, вызвал. Но потом дальше надо же успевать перехватить атаку. Но этого пока не всегда происходит. Ну и потом Файфер, он чувствует, что хочет сделать соперник. И очень внимателен. И не рискует практически. По затылку не бить. По затылку не бить. Внимательнее. Прыг! По шагу назад. Сразу здесь. Отдаешь, как называть. Через двойный джеб. И вот он одиночный справа. Комбинация почтальон. Но уже правый не дошел. Ну, да, голову убрал. Алиев. Да, вот здесь опасно. Приблизились наконец за 35 секунд. Как он убил. Увидели обоюдную атаку. Еще раз. Файфер отвечает. Очень неплохо. И хороший джеб снова. О, чуть не потерял. Да, чуть не сбил нашего оператора еще. Да. Но равновесие потерял, да, чуть не упал. И сейчас включается опять же. Главное, что оператор не упал. Оператор, да, у него камера дорогая. О, пропустил сейчас вот этот правый боковой Руслан. И еще через корпус начинает атаку Шагабудин.
Тише. И пока все. Напряженный раунд. На повторах было видно, что оператор наш не упал. Молодец. Успел. И камеру держал. Да. Красавчик. Ухватится за канат. Ну и удалось послушать нам также, что Али Тадуриев говорил, напутствуя Шагабудина, что первую минуту тоже спокойно работаешь. Ну, давайте посмотрим. Ну, если вспоминать прошлый раунд, то все действия уложились в последние 35 секунд. А примерно, до этого практически ничего не происходило. Здесь. Атакует Руслан. Активнее он начал этот раунд. Неплохая комбинация. И результативное самое главное. Снова правый боковой в корпус пробивает Файфер. Отлично. Хорошо, да. Снова сдвоенный джеб и опять удар справа. Здесь уже комбинация зашла. Пытается реваншироваться. Да, и включился сейчас Шагабудин. По затылку очень мощно пробил, не очень раз сильно, уже это нелегитимный удар. Действительно, да. Нельзя бить. Бакс. Очень опасный такой удар силовой в затылок. Очень неприятный, болезненный. Стоп! И снова то же самое, да? Повернись. Бакс. Да, так уже начинает злиться на это Руслан, и можно его понять, потому что очень много ударов за. Руслан молодец, хорошие комбинационные атаки мы сейчас видим в этом раунде. Руслан, кричит публика. Непростой поединок. Хороший перековой долетает до цели от Руслана Файфера. Апперкот отлично и перевод на корпус. Стоп, команда. Повыше голову, давишь на него. Да, и работа рефери действительно поприбавилась. Всего лишь четвертый раунд. Ну, Ирак на малозоне не привыкать. Такое количество у него длинных боев и непростых в карьере. Замечательный рефери. Ах, промахивается сейчас Руслан. Стоп! За канаты не держись. Макс! И снова на шоу, да, причем на скачке, ступая назад, очень хороший удар Руслан Файфер провел. Секунданты за ринг. Пятый раунд. Всего еще раз напомним, запланировано 10 в этом поединке. Руслан, публика не утихает. Да, она все активнее начинает поддерживать своего боксера. Шаг назад. Стоп! Он сейчас хорошо перехватил атаку, как раз Шагабудин попал справа. Да, и кричит ему Али как раз, что просто боксируй. Да, и снова хорошо было слышно. 3-4 легких удара, то есть просто побоксировать, не ориентироваться все-таки на тяжелые попадания. Но мне кажется, не его стиль. Да, сложновато будет еще и просто боксировать с Файфером. Все-таки ближе к чистому боксеру, чем Шагабудин. Но сейчас отступал. Руслан пропустил боковой удар. Ну, опять несколько ударов по затылку сейчас было на ближней дистанции.
Все, вот снимают бал, пожалуйста. Да, много, слишком все много этих ударов по затылку, и здесь вполне себе обоснованно. Подойди сюда. Тамин! Бакс! Хорошая двоечка в исполнении Файфера. Публика начинает шуметь все громче и громче. Ну и здесь тоже накал действий в ринге разогревается еще больше. Задача Руслана, наверное, вот так вот комбинационно проводить раунд за раундом. Толчок. Да, я там отправил прямо в рефери сейчас Шагабудин соперника. Но при этом не на долю секунды не терять концентрацию. Руслан, нельзя, потому что... Еще раз помню тот бой с Папиным. Но мне кажется, вот как раз тот бой его очень многому и научил в том числе. Да, он должен был, во всяком случае. Так-то он боксирование переигрывает соперника. Ну да, здесь потому что они совсем разные по стилю. И больше предпочитает... Выпуская на шестой раунд, Алексей Шагабудинов сказал, что все, уже сейчас нужно прибавлять шестой раунд. Чисто работает, чисто. Да, уже действительно. Но в целом, конечно, агрессии у Шагабудинова и так достаточно. Ну, агрессии достаточно, но во что выливается эта агрессия? Насколько коэффициент полезного действия высок? Пока... Не очень, скажем прямо. Вот, пожалуйста, боковой удар, движение наносит Руслан. Чисто по затылку не бей, чисто работает. Да, еще одно замечание, потому что здесь минус баллов, конечно, не нужно. Дополнительных. Хороший джеб, очень быстрый. Встречный хороший жесткий джеб, да. Который раз Шагабудин вдруг включает ноги неожиданно. Для соперника, потому что движение, в общем-то, Руслан больше находится. Но это уже, пожалуй, третий эпизод, да, когда вот так вот неожиданно включает Шагабудин ноги и проваливает Алексея. Руслан. Ой, простите, Руслан. Стоп, стоп, стоп! Шагу назад. Бакс! Да, и такой скорости в шестом раунде Шагабудина особо не ожидает. Мощно пробивает. Начал пропускать одиночные. Опять через корпус начинает атаку Алиф. Встречает через корпус. И это падение, нокдаун. Да, Руслана Файфера. Жесткое падение. Я говорил, что нельзя ни на долю секунды терять концентрацию. Все, будет. Все, остановка. Вот так вот. Протестует. Руслан Файфер недоволен этой остановкой. А другой по стороне посмотри, Рома, обрати внимание, как он шел в свой удол. Ноги-то не очень. Не очень ровно стоял.